Говорим! Не говорим! Да пошел ты! Пошел ты нахрен! Не говорим! Уйди! Я все равно всем все расскажу. Я не могу этого просто так оставить. Я не могу это просто так все оставить. Чудо приступ. Я вас категорически приветствую. С вами снова я, детектив Евгений. В прошлой серии я нашел неоспоримые доказательства того, что пришельцы все-таки существуют, и они планируют свое вторжение. Да, я могу казаться в ваших глазах безумцем, но поверьте мне, слишком много доказательств, которые указывают именно на это. Записи на MP3-плеере, зеленая жидкость в доме, различные пиктограммы, послания и даже база пришельцев, которую мы видели с вами в прошлой серии. Я просто не могу держать это больше в себе. Я расскажу это всем! Я приеду в полицейский участок и сообщу всем про то, что произошло. Говорим! Не говорим! Чёртов голос говорит! Не говорим! Не сообщать никому! Я знаю, многие из вас писали в комментариях, что я должен прислушаться к этому голосу, но я не могу это просто держать в себе. Я сам не справлюсь со всем этим. Да, я понимаю, вы оказываете огромную поддержку, вы ставите много лайков, пишете кучу приятных комментариев, а также помогаете мне разобраться в этом вопросе, но без помощи спецслужб мне не обойтись. Но все равно продолжайте ставить лайки, пишите в комментариях ваши догадки, что это вообще происходит со мной, что это за голос в голове. Я очень жду вашей поддержки, и она мне действительно сейчас очень нужна. Здравствуй, Ниночка. Мне нужно отправиться в полицейский участок. Здравствуйте, Евгений. Ага. Поверните налево, ага. Затем спасибо. Через 300 метров. Ниночка меня никогда не подводила, направо. Но в предыдущей серии, конечно, подвела, но мы спишем это на просто невезение. Поэтому нужно ей доверять, и мы с вами прямо сейчас отправимся в полицейский участок, который находится очень далеко отсюда, но нам придется туда проехать. В прошлой серии мне пришлось уехать за город, и я, блин, даже не играл. Сразу в этих местах не был. Я очень хорошо знаю этот город, но в таких местах, в которых я был в предыдущей серии, я ни разу даже не находился. Поэтому нам сейчас придется немножечко проехать, но я надеюсь, что полицейский участок до сих пор стоит на том же месте и ничего там не произошло. Так, а вот он у нас уже и полицейский участок. В принципе, не так уж и долго я и ехал. Спасибо, Ниночка, спасибо. Надо припарковаться и собраться с мыслями. Здравствуйте, генерал Виталий, я к вам по очень важному... Опять ты, дядя сумасшедший. Генерал Виталий, я пришел с железнобетонными доказательствами. Вы мне не верили, но я сделал все, как вы говорили. Я нашел железнобетонные доказательства того, что пришельцы существуют, и я готов вам все показать. Вам нужно проехать со мной и взять с собой целый наряд. Нет, пожалуйста, генерал Виталий, мы с вами очень много работали. Я лучший детектив в этом городе, я помог вам... Что, они так на меня смотрят? Ты сошел с ума? Нет, я не сошел с ума, я вам очень много помогал. Пожалуйста, доверьтесь мне в последний раз. Я нашел дом, в котором произошло убийство. Убили не просто абы какого человека, а убили вашего предыдущего генерала, понимаете? Вашего предыдущего генерала полиции, который отправился в отставку, да! Он же живет за городом, правильно? Вот, это в его доме, его же и убили. Берите с собой всех полицейских, которые есть вообще в вашем участке. Нам нужна максимальная поддержка. Говорим! Не говорим! Да, да, я уверен. Да это головные боли просто мучают, не переживайте. Я просто не спал несколько суток, там... Не переживайте, все со мной хорошо. Говорим! Не говорим! Не поехали, может, нет, не надо, пожалуйста, просто съездите со мной в этот дом, вы увидите эти доказательства, и все, и пойдем. Берите всех ваших полицейских и пойдемте отправляться. Давайте, садитесь в вашу машину полицейскую, я сяду сюда и едьте за мной, четко за мной. Так, генерал Виталий, четко за мной, в строй, давайте, не отставайте, я покажу вам дорогу, я знаю дорогу, быстрее. Так, я надеюсь, что я ничего не забыл, я еду правильно, и мы быстренько доедем до нужного нам места. Что за черт? Почему это... генерал Виталий, мы уже на месте. Вот этот дом, здесь как раз таки произошло убийство. За мной. Почему здесь? Я же тебе говорил. Генерал Виталий, да. Подождите, там в доме, я говорю, там мертвый ваш бывший генерал. Пойдемте за мной, я вам все покажу. Геннадий, Вы же погибли! Мальчик, с тобой все хорошо? Подождите! Его сын тоже жив, и никаких следов крови. Приготовься! Приготовиться! Не надо, ни в какую психушку, подождите, я говорю вам, здесь база пришельцев, сейчас я ее найду. Она была вот здесь, вот где-то, где лестница, вот она, здесь.
Она была здесь. А ну пойдем в. Приготовься! Приготовься! Генерал Виталий, подождите, я вам все объясню! Подождите! Здесь база пришельцев была! Генерал Виталий, я вам говорю, здесь была база пришельцев! Здесь же была база пришельцев, куда она пропала? Ребята, это слишком уже. Что? Это тебе все шутки. Как куда все пропало? Я ничего не понимаю. Ничего не. Черт возьми, где вся кровь? Что как? В смысле вяжем его? В смысле? Не понял! Нет, что-то на происходит, я не хочу драться, нет! Мою мать, что я? Нифига себе, я высоко прыгаю, что происходит? Сюда! Всех убью! Нет, не хочу убивать! Убью всех! Всех убью! Иди сюда, паскуды! Что происходит? Я не понимаю, что творится! Иди сюда! Откуда во мне такие суперспособности, как я так высоко прыгаю? Бегите отсюда! Нет, генерал Виталий, я не хочу вас убивать! Нет, я не хочу! Мы ветрянка. Да, какое-то хреновое, наверное, название. Нам нужно будет подумать над новым. Мы Люцифер. Что я наделал? Я убил всех и взорвал этот дом. Что со мной происходит? Почему я такой быстрый? Почему я так высоко прыгаю? Черт. Мы Люцифер. Я понял. Кто ты? Ты уйди из моей головы. Кто ты, черт возьми? Почему ты сидишь у меня в голове? Кто ты? Я изгой в своем мире. Я помогу тебе. Ты пришелец? Ты сидишь? Ты вселился в меня? Так этот голос, это был ты! Ты пришелец, и ты сидишь у меня в голове! Это были никакие не полицейские! Это пришельцы! Они заодно с полицейскими, они вселились в них, как я вселился в тебя! То есть эти полицейские меня обманули, и они были заодно с пришельцами? И как нас теперь зовут? Мы Ветрянка! Ну да, Ветрянка, это правда, отстой. Люцифер явно будет получше. Мне нужна еда! Еда! Где тебе достать еды? А что ты меня спрашиваешь? Какая еда? Ладно, хорошо, я достану тебе еды, не переживай. Ребята, в меня вселился в какой-то пришелец, симбиот. Я понял, что ты хочешь поесть. Ребята, ставьте лайки, как только наберется под этим видео 15 тысяч лайков, сразу же выйдет новая серия вторжения пришельцев. Еда! В Майнкрафте. Да. Да что ты хочешь поесть? Что тебе надо поесть? Я не понимаю. Лайки, это моя еда. Я ем лайки. Ребят, поставьте лайки, а то меня убьет нахрен. Нужно срочно лайки. Ставьте больше лайки. Хорошо, будут тебе лайки. Все. Еда. Хочу есть лайки. Пока. Пока.